После папиных похорон я стряпала блины, а еще смотрела телевизор. И там шла передача «Давай поженимся». Когда я посыпала последний блин сахаром и положила кусочек сливочного масла, я села на стульчик рядом с телеком и начала гадать, кого выберет жених. Танцовщицу, разводчицу цветов или менеджера смены в ресторане ускоренного питания. Мне больше нечего было делать. Я вымыла полы и вытерла пыль. Выстирала черное платье и платок. Единственное, что мне оставалось, это сидеть и гадать, кого же он выберет. Упрашиваю блондинку, козерога, русую деву или шатенку стрельца. Жених проник в комнату танцовщицы. Поцеловал ее в губы и сказал ей: «Давай поженимся». Тогда я подумала, что это просто шоу, за которое платят деньги разным второстепенным актерам или людям с подходящей внешностью, которые хотят подзаработать. И что я бы никогда не пошла на такую программу искать свою вторую половину или просто мужа. Хотя бы потому, что когда мне позвонила мама и сказала, что папа умер, рядом со мной спала моя Аня. Еще я представила, как наше огромное отечество, близоруко усевшись на маленьких табуреточках, гадает, на ком он сейчас будет жениться. Но еще я вспомнила, что сегодня я похоронила папу. Только эта передача заставила меня забыть. Я тебе звонил, что минут на 10 задержусь, я еду уже. Ага, давай, пока.
все эти люди, которые смотрят центральное телевидение, и в каком они пребывают в отчаянии. В отчаянии. Are you?